Всем привет! В этом видео я покажу, как скачать бесплатные читы на Standoff 2. Также вы можете купить платные читы по ссылке в описании. Ну а я не смею вас задерживать, приступаем к скачиванию чита. Для того, ребят, чтобы скачать чит на Standoff 2 на самую новую версию, нам для начала понадобится любой VPN, абсолютно любой. У меня, допустим, есть Turbo VPN и вот такой вот VPN. Мы переходим в VPN и включаем его. Нажимаем подключиться и подключаемся к стране. Главное, чтобы у нас был включен VPN, это обязательно. Если у вас не будет VPN, вы не сможете скачать данный чит. Сейчас я жду, пока у меня подключится. После того, ребят, как у нас подключилось к VPN, мы переходим на видео, которое мы сейчас смотрим. Вот, допустим, вы смотрите это видео, мы ставим на лайк на это видео, обязательно. И смотрим, ребят, это видео до самого конца, чтобы вы смогли точно 100% скачать этот чит и установить данный чит. Да, ребят, мы переходим в описание под данное видео. Не смотрите, что тут версия 0.22, чит обновлен на версию 0.2.0.21.0. И мы видим самую первую ссылку «Скачать бесплатный слот», обязательно включить VPN. Мы должны перейти вот по вот данной вот ссылочке. Также вы можете купить приватный чит на Standoff 2 на самую новую версию 0.20.1.0. Также вы можете посмотреть установку чита вот по этой вот ссылочке. Ну, мы скачиваем чит, нажимаем вот сюда. И, ребят, нас перекидывают вот на данный сайт. Solana Play версия 0.21.0. Мы спускаемся ниже, вот тут, спускаемся и находим кнопку эту синюю «Скачай файл для Standoff 2 0.21.0». Нажимаем на эту кнопочку. Ждем, пока она загрузится. Нас перекидывают на вот этот сайт хакерочек. Спускаемся ниже. И нажимаем вот на эту вот кнопку Download Free. Нажимаем на нее. После того, как у нас загрузилось, мы опять же спускаемся в самый низ. И находим скачать файлы для Standoff 2 0.21.0. И нам останется просто нажать на эту кнопку скачать файлы. И все, ребят, тем самым мы скачаем этот чит. Нажимаем скачать файлы и скачиваем чит. И все.